Новая передняя подвеска QuadLift стандартно устанавливается как на фургоны, так и на шасси с полной массой до 3,5 тонн. Ее конструкция на сдвоенных рычагах с поперечной рессорой была подвергнута адаптации с использованием новых компонентов и отличается совершенно новой геометрией, которая улучшает поперечную и боковую устойчивость автомобиля. Максимальная нагрузка на ось увеличилась до 1900 кг. При этом, благодаря интеграции данной системы, грузоподъемность шасси выросла на 40 кг. Новая подвеска QuadLift существенно улучшает маневренность и управляемость автомобиля при любом уровне загрузки. Нам удалось сохранить все преимущества заднего привода, сведя к минимуму типичную для данной системы избыточную поворачиваемость и снизив продольную и боковую раскачку кузова. Оптимизации подвергся развал колес, также был изменен угол схождения колес для достижения более прогрессивной работы рулевого управления. Теперь управление на дейле стало более интуитивным и предсказуемым и сравнимо с легковым автомобилем. Экстренное маневрирование также стало безопаснее при любом уровне загрузки. Улучшенная управляемость подтверждается увеличением бокового ускорения на 25%. Выдающийся показатель для коммерческого автомобиля. Новый Daily. Миссия выполнена.